каналы медитации можно развивать точно так же, как и остальные, но вы просто поймите для себя, для чего вам канал, то есть как вы хотите его монетизировать. То есть если вы таким образом ищете аудиторию для какого-то, опять же, кружка, секции, то, соответственно, вы должны делать акцент на пользе, да, какие-то простые упражнения показывать. То есть всегда зависит от того, в принципе, кого вы хотите собрать на канал. Решайте более людей. То есть если вы хотите привлечь к себе, скажем так, холодную аудиторию, которая не хочет именно научиться медитировать, да, а просто хочет, ну, решить свои тревоги внутренние, да, вот они не знают, что медитация — это решение их проблем. Вот им вы это расскажите, да, что если вы волнуетесь, то вам поможет вот это. А если вы там переживаете, то вот это. Если там, например, вы переживаете перед публичным выступлением, то вот вам комплекс упражнений там на дыхание и так далее. То есть, да, начинайте находить темы, которые люди ищут, не ища конкретно медитацию, а ища решение своей проблемы.